Всем здравствуйте! Сын Яны Поплавской рассказал о трудностях жизни за границей. Яна Поплавская – счастливая мать двоих сыновей, однако подробностями жизни наследников актриса не делится. Известно только, что старший сын уже давно женился, живет своей жизнью и уже даже обзавелся потомством. Младший же сын Поплавской долго находился в поисках себя. Недавно он поделился подробностями своей жизни. Как оказалось, раньше он грезил о жизни в Америке. Никита был убежден, что, перебравшись за границу, станет настоящим счастливцем. Родительница поддержала отпрыска, однако для начала решила пристроить его в семью по обмену, чтобы тот пожил в ней несколько месяцев и освоился и выучил язык. Однако молодой человек проверку не прошел и уже через некоторое время попросился домой. Наследник Поплавской заявил, что менталитет американцев сильно отличается от менталитета русских. «Нет нашей изюминки», — говорит Никита. Он также рассказал о забавном случае, который его поразил. Во время ужина пришла старшая дочь владельцев дома, в котором он жил. И мать не стала встречать ее с распростертыми объятиями, а наоборот заявила, что у них для нее нет еды. Молодой человек был шокирован такой жадностью. Ведь в России бы в такой ситуации нашли бы выход. «Со всех тарелок бы достали», — говорит он. Также он отметил, что хотел поделиться своей едой, но ему не позволили. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.